Привет, меня зовут Егор Камелев, и я хочу рассказать, как приклеивать меню навигации при скроллинге к верхней части сайта. Сначала сделаем шапку сайта. Допустим, 150 пикселей по высоте. Набросаем на нее примеров разных элементов. И добавим меню навигации. Добавим контент в контентную область, чтобы нам было что скроллить. И подвал. Дальше копируем наше меню навигации. Это будет то меню, которое появится при скроллинге вниз. Превращаем его в динамическую панель. Ну и шапку тоже превратим в динамическую панель. Меню навигации у нас появится в верхней части страницы. Оно будет привязано к этой странице. Соответственно, идем в свойства виджета. И в свойство Pin to Browser ставим Pin to Browser Window. То есть, вне зависимости от того, как мы будем скроллить, эта динамическая панель всегда будет сверху. После этого мы ее скрываем и отправляем на задний план. Заготовка готова. Теперь мы идем в раздел Page Interactions, выбираем событие on Window Scroll и добавляем условие, при котором должно срабатывать это событие. А условие у нас такое. Если значение, на которое промотано окно браузера, это у нас, как мы помним, window. Scroll y больше, чем значение. Смотрим 10, 20, 30, 130. В этом случае мы показываем нашу панель и переносим ее на самый передний слой. А во всех других случаях, else if true, мы ее прячем. Окей. Все, проверяем наш результат. Все работает. Спасибо за внимание.